В открытом турнире на тему «А что такое гражданин?» приняли участие команды трех школ – 5, 16 и 18. Турнир прошел в форме интеллектуальной игры. Участникам нужно было выполнить сразу несколько творческих заданий. В процессе такой игры научиться работать в коллективе, мыслить неординарно, найти и понять свои слабые и сильные стороны. Это соревнование, которое представляет собой серию творческих заданий, объединенных вот этих общим смыслом. Что такое гражданин? Гражданин – это широкое понятие. Это человек творческий, человек мыслящий, понимающий, креативный и так далее. Вот это все предстоит показать сегодня детям. Было бы очень приятно узнать, как рассуждают, о чем думают наши дети. Вот, и какое представление имеют вообще о гражданском обществе. Понимать, что вообще происходит с нашими детьми. Учитывая тот момент, что за последние 2 года патриотизм среди детей, он очень сильно вырос. Обязательной частью образовательного турнира стали дебаты. Их цель – научить ребят грамотно формулировать и выражать свои мысли, чем зачастую нынешние школьники, живущие в эпоху обмена короткими смс-сообщениями, не владеют. Добавлю, что это уже третий по счету подобный образовательный турнир. И эта хорошая практика будет обязательно продолжена.